Слева от меня в синем углу ринга. Бойцу 28 лет. Его рост 180 сантиметров, вес 83,25 килограмма. Его профессиональный рекорд 22 боя. 21 победа и только одно поражение. Чемпион Азербайджана по дзюдо и самбо. Финалист Европы по панкратиону. Чемпион открытого чемпионата Азии по панкратиону. И чемпион мира по панкратиону из Азербайджана Шахия Паза. И его соперник справа от меня в красном углу ринга. Ему 32 года, рост 185 сантиметров, вес 83,85 килограмма. Профессиональный рекорд 11 побед, 8 поражений. Победитель Кубка Черного моря по панкратиону. Обладатель Кубка России по панкратиону из Анапы Ишан Захаря. Дорогой мой Виктор Горбей. Головы бьют только в корпус, локти бьют только в корпус, по затылку, позвоночнику не бьем, в партере, коленом и ногой только в корпус,
активней. Все. Работает. Ну, давай. Вот. Su. Seni ver, ağzına kim verim ha?
остановил бой через 3 минуты и 31 секунду.